Вот, но суть в том, что у меня раздолбан кулер, поэтому звук все время на заднем фоне. Вот. Как бы, если такое качество тебя устроит, то окей, как бы, я могу, в принципе, снять. Сегодня никуда тогда не идти. Так, любимый дебют Золя. Что мы тут делаем? Что мы тут делаем? Так, сюда попробуем как-нибудь. Не знаю. Плохой ход. Плохой. Так, сюда. Позицию наращиваем. Стараемся уйти с темпом. Там будет, наверное, перехватываться, но мы здесь подцепим. Мы здесь, оп, подцепили. И все. И все, здесь победа должна быть. Победа должна быть. Так, здесь ничего не должно быть у него. Так, а он туда потянет. Туда потянет. Здесь надо блокировать. А, и там обозик у нас будет. Обозик. Замечательный обозик у нас. Или у него обозик. А у него тоже обозик. Черт, одни обозики. Ладно, раскатал. Неплохо, неплохо. Так. Впаяю ему тот же дебют, который ставил Марку. Так, прям практически, как у нас с ним в партии было. Он сделал понадежнее ход вот этот. Ну, как-нибудь тут так попробуем. Ну, не знаю, такая вялая позиция, если честно, мне не нравится за черных она. Как-то тут все вяленько. Вяленько все, как-то очень вяленько. Что тут вообще происходит? К сожалению, нету атаки, поэтому вынужден блокировать. Вот. Но здесь он сейчас будет развиваться, да, то есть тут уже пошла. А вот сейчас у него нет атаки, могу попытаться перехватить. Вроде... А, или есть. Или есть у него атака. Сейчас что-то не соображу. Вроде нету. Вроде не должно быть ничего. Но сюда, единственный вариант, он там подцепляется. Там подцепляется, то есть он задумался. Вот. Здесь вроде как все должно держаться. Ну, он тут пытается меня заблокировать. Вот, ну. Тут вроде как... А, смотри, блочит, заблочил. Так, на время играем. На время, пошли, на время. На время. На время. На время, блядь. Твою мать, выиграл. Но Золи сложный, конечно. Очень сложный соперник. С очень хорошим тайм-менеджментом. С очень хорошим чутьем позиции. Обыгрывать его сложно. Сложно. Не знаю, такой вообще странный ход сделаю. Ну, тут как бы я закапываюсь. То есть он сейчас может меня здесь очень хорошо прижать в углу. Если он куда-нибудь может пойти... Так, а он сюда просто решил заблокировать. Тогда вылезаем. Так, сюда. У нас тут вот что вышло. Тут ничего нет абсолютно. Ну, сюда попробуем. Так. Сюда. И такой ход. И что у нас здесь вообще происходит? Ну, сюда, видимо. Ну, и при таком сюда, да, сюда просто. И тут он ему приходится сюда играть. А, нет, он сюда. Что тут? Сюда. Времени мало. 11 секунд. Тяжелая позиция для белых.
У меня все вроде хорошо, но могу по времени просрать. Так, сюда, это босс. Закрываем. Что тут происходит? Вообще не понимаю. Не заметил. Просто пропустил. Так, ладно. Попробуем ему свой любимый дебют поставить. Дебют Фракаса. Так. Ну, какие-то тут уже козоподобные свопы научился на него ставить. Ну, не знаю. Ну, так попробуем. Как бы этот ход одновременно вот эту линию цепляет. И вот эту линию цепляет. То есть вот эти ходы не должны выигрывать. То есть ему здесь вот сюда придется, видимо, ходить. Как-то блокировать. А мы тогда влепим какой-нибудь сюда, что ли. Трудно, конечно. Может... А, вот сюда он все-таки решил. Тут как смело. Как смело пошел-то он. Ну, не знаю. Ну, сюда. Как-то смело очень, мне кажется. На что он тут рассчитывает? Ну, даже сверху я закрою. Я не вижу, как бы тут ничего. Ну, сюда просто победа это. Или нет? Или... Что я накосячил? Что-то тут совсем непонятно. На самом деле, запутывает немного, когда комментируешь параллельно. Блин, играл. Отвлекает, но ничего. Так. Ну... Вязкий очень дебют. Но тут, тем не менее, очень популярный. Что здесь? По-моему, тут так можно. А, или нельзя. Нельзя было. Нельзя было так идти. Да, поражение. Проиграл. Так, попробуем поставить ему козу, которую оставил Герга. Вот, коза это, для тех, кто не знает, белая, естественно. Довольно легкая это белая победа. Ну, как легкая, там для минуток очень сложно, скажем так. Так, тут должна быть какая-то победа, мне кажется. Тут что-то должно быть. Что тут должна быть победа какая-то. Так, а там обоз будет. Тут вот в чем дело. Поэтому надо обязательно сюда играть. И затем победа будет вот в этой точке. Да, то есть просто вот так. Что у нас там с нашим рейтингом? Плоховато. Плоховато идем. Немножко даже потерял. Попробуем. Так, так. Ну, как бы я его стараюсь влево прижать, то есть ему нужно теперь через левый фланг как-то развиваться. Но он хороший ход, конечно, нашел, ничего не скажешь. Вот. Попробуем. Так вот. Аккуратненько. Если сюда идет, то мы сюда отвечаем. Если... Сюда. Так, здесь просто блокируем. Здесь ничего страшного.
А, или... Как это? Пропустил вообще. Что-то я ничего уже не вижу. Так, что бы ему поставить? Что-то я ничего, братцы, не вижу. Нихера. Нихера, блядь, не вижу. Так, это проигрышный ход должен быть. Тут, по-моему, какая-то победа, но очень сложная. Вот. Здесь победа. Как тут? Вот такой вот красивый ход. Так, ну засвопим. Допустим, вот такой ход и вот такой ход. Здесь белая мощная атака должна быть. На правом фланге. Да, надо как-то вот... Вот так вот надо как-то играть. Либо вот этот ход еще был сильный. Тут уж дело вкуса. Ну, пытаюсь развиваться, пытаюсь наращивать темп просто и стремлюсь выиграть просто на прямой атаке пока что. Слежу, чтобы у него ответный темп не появлялся при этом. Такой ход, например, есть тут. Немножко странный такой вот. То есть ему приходится сюда, ну тут... Все естественно, я тут не... Ну, плохо просчитываю все это, естественно. Все эти варианты. Вот здесь неправильно сходил, конечно. Здесь блочится все. Ну, мы попробуем... Нам надо занимать вот эту точку обязательно. И, допустим, вот так как-то. И вот сюда. Вот так вот вообще такая атака. Вот, и сюда. Прям неплохо даже. Вроде. Так, если сюда попробовать. Что он тут будет? Если он сюда пробивает, мы... Ага, сюда. И здесь так. Так. О, у него время закончилось. Это приятно. Это всегда, господа, очень приятно. Когда у Золи время заканчивается. Ну, вот так и попробуем впаять. Дебютик. Так, это проигрышный ход, но я не помню точно, как тут играть черными. Но это проигрыш, это точно. То есть, по-моему... Так. Что тут... Как тут играть? Я забыл уже все это. К чертям собачьим. Как тут играть? Ладно, не помню. Я забыл просто. Это развитие, ребят. Оно за черных, это точно. Оно точно за черных, это абсолютно достоверная информация. Ну, как-то так, видимо, надо тут. Не знаю. Не знаю, что тут делать вообще. Времени мало. Времени в обрез у нас. Чё-то такое тут надо. Чё-нибудь так, сюда. И куда-нибудь вот сюда хочется. А-а-а, я не заметил. Не заметил, не заметил. Проиграл. Проиграл. Но сейчас в качестве игры у меня что-то подупало под вечер, как бы. Подупало под вечер. Вот, ну и он, видите, тоже там жалуется и плачет. Так, ну попробуем. Что здесь? Какой ход?
давай. Давай воевать, Золя. Что ты на такой ход скажешь? Готов к такому развитию? Так. Что здесь у нас? Не знаю. Что-то я вообще не могу посчитать нормально, если честно. Все расплывается. Попробуем вот так сыграть это просто. Ну я не знаю, я не вижу. Я просто шлепаю. Ребятки, просто я шлепаю в этой позиции. Ничего не вижу тут толком. Не знаю, блочить буду. А, это тут. Ну, в общем. Предлагаю сыграть ему две последние. Вот. Надо напрячься, выдрать его напоследок. Попробую классическим своим дебютом, самым любимым. Так, давай. Блин, стали любить этот мой ход. Я его вообще придумал. Какого хрена? Я сам не знаю, как на него отвечать. Как я играю? Ладно, давай. Попробуем. Так, здесь сюда. Так, и что тут, победа, что ли, он хочет сказать? Прям уж таки победа. Что-то мне кажется, что тут не так все просто. Не может уж тут все так просто быть. А, тут только сюда. А, и там. А, надо было отыграть. Ладно, проиграл. Ой! Плохо! Плохо! Ох, идет игра. Еще и козу какую-то непонятную вообще влепил мне. Будем свопить. Так как-нибудь. Даже так. Надо атаковать. Единственный шанс на вот этой атаке выехать. А, тут вот что. С этой стороны. Дальше никак. Ну, приходится сюда идти. Других вариантов у нас нет. Если тут... ничего не будет, то нам капут. А очень бы этого не хотелось. А, даже так. Ну, тут совсем беда. Совсем беда, тут ребятишки. Тут еще тройка. Проиграл. Поблагодарим за игру.